мотивацию. Ведь другие будут говорить, что то, чем ты занимаешься, не приносит никакой пользы, и ты должен сдаться. Но не обманывай себя. Не придумывай отмазки, просто делай то, что ты должен делать. Хватит тратить самое важное в своей жизни – время. Вещи, которые будут вас мотивировать дальше, дальше и дальше. Не стоит слушать других, даже если они тебя обсирают и так далее. Просто делай то, что ты должен делать. Всем удачи, с вами был Дориан Гарнет. Увидимся в новых видео.